Dobrý den. V rámci lekcí ruštiny s naší evropskou dobrovolnicí Olgou si probereme ruskou abecedu, azbuku a potom si projdeme nějaké užitečné fráze, které použijete v kontaktu například s ruským turistou nebo studentem. Přeji příjemný poslech. Tak. Добрый день, дамы и пановы. Днес будем покрачивать нашу годину зачатки руштины с Олгой. Днес будет вельми займава. Про то же мы хотим выслововать словесо мид в руштине, як то будет. Приправила вам цвічені, язикові цвічені, а вельми ужиточні фрази. Так, починаємо. Словеса «мід», словеса «мід» в руштині буде «іметь». Так, в чештіні «мід», в руштіні «і», «меть», «іметь». Если вы хотите ждить «я мам», мусите ждить «я имею». «Я имею». «Ты имеешь». «Ты имеешь». Ты имеешь, например, ты имеешь, ты маешь кочку, в руштине будет ты имеешь кошку, ты имеешь кошку. Вы имеете, вы имеете. Вы имеете. Он, она имеет, оно так и имеет. Она, оно имеет. Имеет. Имеет, он имеет, она имеет, они, оно имеет. Они имеют. Они имеют. Имеют. Так, они имеют. Мы имеем. Мы имеем. Если вы хотите рить «мы, мамы, чеш руштину годину», мусите рить «мы имеем урок русского языка». «Мы имеем урок русского языка». То будет «мы, мамы, руштину годину». Упаковать тенту. Упаковать. «Я имею, ты имеешь, вы имеете, он, она, оно имеют, они имеют, и мы имеем». Угу. Приправила сэм про вас вельми ужиточные фразы, которые вы можете поуживать, когда ж будете цестовать до Руска, небо до, например, Украины, Білорусі, Казахстана. Ви так і можете поуживати руштину в тих землях. Зачинаємо з вельми популярній фрази «агой», то в руштині буде «привет». Так, «агой», «агой». Привет. Привет. То є неформальний. Если вы
видите вашу камарадку, вы можете риц привет. Але если вы видите вашу учительку, вы можете риц не привет, а здравствуйте. То и будет формальный агой. Як добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Но вы можете высловывать здравствуйте. Здравствуйте. Та словеса не чтета в тен слове. Так. Здравствуйте. Так, если хотите риц добрый ден, вы можете риц добрый день. Небо доброй ночи, небо добрый вечер. Угу. Если хотите представиться ніякі люди, вы можете зачать ваше повідання. Іменуюся Ольга, то в русскому будет меня зовут Ольга. Так, меня зовут Ольга. Меня зовут Ольга. Небо, меня зовут Ермила. А так дал. Так, вы можете запитать вашего нового камарада, як се именуете, то будет как вас, небо тебя, то если вы тыкаты, вы можете риц как тебя зовут, небо как вас зовут. Так. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Небо как вас? Вас зовут. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Можете покрачивать ваше повідання с як самаш, небо як самати. То будет как твои, небо как ваши дела. Как твои дела. Небо как ваши. Как ваши дела? Или как дела? Так можете риц. Как твои дела? В русскому тиши мне будет приятно познакомиться. Тиши мне. Так. Тиши мне, не буду в этом. Приятно познакомиться. Что делать? Вся. Приятно познакомиться. Так, если вы хотите риц «оно», в русскому будет «да». Так, «оно» в русскому «да». «Не» будет «нет». Нет. Да, небо нет. Да или нет. Да или нет. Вы можете риц небо да, небо нет. Так, атаки велми импотент. Велми доужитен словеса дикую, то будет спасибо.
Спасибо. То будет дякую, ди, небо дики. То есть стейне в руштине. Спасибо. Так. Если вы хотите риц, то не можете мловить руштину, вы можете рекнуть, я не могу говорить по-русски. Я не могу говорить, то есть мловить, говорить по-русски, по-русски. Я не могу говорить по-русски. Если вы не разумеете, можете риц не понимаю, не разумим. То я знамена не разумим, не понимаю. Не понимаю. Ниц, ничего. Ниц, ничего не понимаю. Ниц не разумим. Угу. Если вы хотите риц, то вы с Чешской Республики, вы можете риц, я из Чехии. Я из Чехии. То отаска, к тому будет, откуда вы? Откуда вы? Откуда вы? Откуда вы? Откуда вы? Вас заптат, а вас заптаю, а вы можете риц. Я из Чехии. Я из Чехии. Я из Чехии. Из Плзни. Я из Чехии, из Плзни. Если вы хотите їдь до супермаркету, небо до торгов, на торг, если вы хотите їдь на торг, небо до супермаркету, вы мусите знать вельми часто поуживающую атаску. То будет колик, то стоит в руштине. Вы можете рить, сколько это стоит. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? В руштине мы мамы не евро, мы мамы не коруны, мы мама рубли. Вы можете услышать 50 рублей. То будет 50 рублей. Рублей. Так. А можете на торгу увидеть табулку 50 р. То знамена цена. То будет та цена. Так. Если вы хотите достать до надражи, небо до дивадла, хотите вытворить отаску, як достать до нецо, вы можете мловить, как я могу доехать до чего-то там. Так. Как можно доехать, то будет влаком, аутом, а так далее. Доехать. А если вы хотите пешки, как можно дойти? Дойти. Дойти. Дойти и если хотите достать до на торги, вы можете риц до рынка.
Торги будет рынок. Будет рынок. Рынок. То есть торги. До дивадла. До театра. Дивадла. То есть театр. Театр. Так. До хотелу. До отеля. Отеля. Так, до рынка, до театра, до отеля. Как можно доехать до рынка? Как можно дойти до отеля? То є отазка. Так, а можете услышать от Лиди, мусите ид ровне. То будет должны идти прямо. Ровне будет прямо. Так, ровне. Если вы услышите ровне, ой, ровне, то будет прямо, прямо. Ровне. Прямо. До права, небо до лева. Так и в руштине будет. Можете идти направо, небо налево. Небо направо, небо налево. О, можете рить до права, до лева. То есть тейне. Так, если оточиться, в руштине будет поверните. Поверните направо, поверните налево. Оточиться до права, до лева. То будет поверните, поверните. Так, прямо, ага, прямо. Поверните. Поверните. Поверните, оточьтесь до права, до лева. Поверните направо, поверните налево. Угу. То и был конец. Где ж се вам либи нияка тема, можете написать ми на имейлу. Мам имейлу можете отсылать ми ваши отазки, небо ваши цухцети на мой имейл helmagorova@totem.plzeň.cz. Мы так и ешьте, напишем тен имейл под видео. Вельми займава працаваць с вами. Дякую моц.